Итак, есть у нас вот такой персонаж, значит, афроамериканец. Файл, линкуем сюда, давайте нашего коня. Так, конь залинкован. Смотрим, что да как. Выбираем нашего персонажа. N-панель. Так, скрин каски, чтобы вы видели, что я буду нажимать. И теперь нам нужно подогнать, значит, персонажа по размеру лошади. Смотрим вот эту картинку. И теперь нам нужно выбрать, значит, только персонажа, зайти в постмод. Так. Давайте сразу его поставим рядом. Семерка на нампаде, делаем R. Отводим G. Поправляем, чтобы он ровнее как-то стоял. Так, вот так будет. Так, нормально, да? Даже нет. Наверное, мы его еще немножко вдаль отведем. Теперь заходим в Object Mode. Выбираем линкованного коня. Тройка на нампаде. И делаем ему S. Голова должна быть по седлу. Ну, где-то вот в таком духе. Так, теперь Add Image Plan. Закидываем сюда, значит, по кадровку вот этих, значит, заезда. Как он будет залазить. Ставим куда-нибудь в бок. Можно сделать S побольше, чтобы это больше видеть. Так. Семерка на нампаде. Я это дело еще дальше чуть отведу. R перекручу в бок, чтобы мне вот под таким ракурсом все это дело видеть. Так, можно даже еще чуть-чуть вот так отвести. Так, погнали. Смотрим, начинаем вот с этого кадра. Посмотр. Значит, руки у него должны быть на нашем, на нашей поводье. Так, а ну-ка, G, R. Так, перекручиваем. G подгоняем. Так, теперь что у нас? Шарики погнали, да? Где это у нас? Вот так, опускаем локти. Теперь... Вот многовато тут костей, конечно. Видите, какая шняга. Чем больше костей, тут теперь можно запутаться. Мама, не горюй. Так, а ну-ка, R. Немножко вот так я сделаю, ну, без фанатизма пока. Лучше потом я на нем подгоню, да? Анимации. Так, пока раскидываем блокинг, значит, нагинаем нашего персонажа, голову ему, значит, подкорректируем. Так, рука у него уходит на вот эту вот нашу штукенцию на седло. Так, смотрим, что там еще. Так, семерка на нампаде, значит, площадку R перекручиваем, G, R переносим, да? Так, рука должна лежать на нашей вот этой штуке. Так, теперь ключица. Ключица должна податься вперед и приподняться, значит, кверху. Вот так вот. Вот плоховато видно вот здесь вот. Вот так где-то, да? Так. А что у него тут за анимации, которые нам не нужны? Английская А. Вот это все удалим. Так, Ctrl-Z. Ctrl-Z. Пропишем. А, И, прописка. А вот теперь уберем вот эти кадры. Так, что тут, все нормально? Нормально.
Так, погнали дальше. Таймлайн чуть поменьше, чтобы нам мозг не парил. Теперь на 10-м кадре он поднимает, значит, G ногу. Так, Ctrl-Z, не ту кость выбрал. Так, G, поднимаем ногу. Ого, далековато ему ее надо поднимать. Так, таз. Уводим G назад. Так. Ну, здесь перекрутка будет еще с тремя вот этих, да? Значит, G. Ну, чуть сюда поднимаем. Нормально. Рука куда у него уходит? Рука у него, значит, поправляет нашу вот эту штуку. Позвоночник у него наклоняется. Так. Ключица у него расслабляется в эту сторону, в сторону нашей, значит, вот этой стремян. Как бы поддерживает он ее, да? Так. Немножко, значит, он еще как бы приседает. Во. А, и прописка. Смотрим, что получилось. Тут вопрос в чем? Почему рука не прописалась правильно, да? Так, нога пошла на этом кадре, и рука должна еще на 5-м кадре, значит, как бы податься к нашим стременам. R, G. Вот так. А, И. Так, смотрим, где у нас рука находится, возле стремени, да? Ну, здесь зажать ее надо, здесь стремя чуть-чуть можно, значит, припустить. Можно, значит, вот эту ногу еще чуть-чуть кверху приподать, прописать. И вот видите, у меня вот эти вот Edit Keyframes постоянно пишет что-то. Ну, вот Local Rot, локация и ротация вот у меня стоит. Вроде такого не было. Сейчас что-то все пишет и пишет. Так, на каком кадре теперь он должен поднять руку? Значит, это 10-й, будем держать 20-й кадр. Чтобы помедленнее было, можно держать каждый 15-й кадр, да? Так, R, перекручиваем руку теперь. R, тоже ее перекручиваем. Он хватается, значит, за седло. Так, за седло перекручивается у него какая-то часть N-ного тела. Вот она. Значит, что еще у него тут должно быть, а? R. Чуть-чуть, значит, голова смотрит кверху. И таз, вот этот таз, а ну-ка, G, выравнивается, да? Ну, как-то так-то. Вот единственный минус, что у него, видите, задница тут плюснулась. Ну, ничего, это дело все исправится. А, И, локрот, промежуточный смоем кадр какой-нибудь, да? Так, здесь он просто, значит, поправляется в сторону нашей лошади. Промежуточный не нужно. Так, теперь 10-й. Ага, на 10-м кадре
семерка на нампаде. Вот это все дело должно перекрутиться на ноге, да? Семерка на нампаде, стопа R должна перекрутиться. Ого. Ага, это многовато. Так, ну если площадку крутить, это дело нехорошее будет, да? И значит, так, это чье колено? А ну-ка, G. О, это его колено. Приседает чуть-чуть, вот так вот раз, придавливается. И значит локоть надо вниз еще чуть опустить. Ага. А, и прописка. Так, на 40-м кадре он должен уже, значит... Так, вот это вот колено еще в бок надо отвести. Вот теперь найти бы этот шарик, да? Вот он наш. Есть неудобство, ну-ка, G. Ctrl-Z, а ну-ка, R. Перекручиваем куда-нибудь. А, и нормально, 40-й кадр. Значит, он выбираем вот эти все руки. Ноги, руки, значит, вот эту часть. И поднимаемся G кверху. Так, и нога пошла кверху, значит, да, перекрутка у ноги, чтобы коня не зацепить. И на тазе, семерка на нампаде, а ну-ка, R, перекручиваем его. G, подводим к нашему коню. Так, нога пошла, значит, на коня. Чуть-чуть, значит, присед такой идет поближе к лошади, чтобы не упасть. Равновесие должно быть, да? И вот эта нога, семерка на нампаде, должна тоже перекручиваться. Так, а где колено теперь его? Так, это рука. Ctrl-Z. Вот теперь что-то тут с тазом непонятное. Где тут шарики все эти? А ну-ка. Вот он, колено. Так, это значит рука. G. Вот так вот. Рука перекручивается на вот этой
Так. Эта рука, значит, уходит куда-нибудь, наверное, вперед. И эта рука, значит, перекручивается в эту сторону. Так, теперь локоть. Вроде бы что там посадка, да? Оп, и сел персонаж. А, и прописка. И вот у нас теряется теперь промежуточный вот этот кадр, да? А ну-ка, G. И значит, тут еще можно его вверх подать. А, и а ну-ка. Вот тут еще ногу нужно подкорректировать теперь. Так, тут бы еще семерка на лампаде R. Таз бы перекрутить. Во. Теперь это дело бы сюда. Так, на 50-м кадре он должен все теперь сесть нормально. Семерка на нампаде. А ну-ка, Alt G, Alt R. Так, не прокатит. Так, 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 а ну-ка, семерка на нампаде R, значит, перекручиваем ногу. G, ногу ставим на нашего коня. Семерка на нампаде R, перекручиваем нашего персонажа. G, подгадываем. Так, а ну-ка. Что у нас тут с локтями? Так, это не то локтё. Вот он, локоть. Что тут у нас, значит, с персонажем? А ну-ка. G, Alt, R. Во. Возвращаем, если забыли какую-то кость, а я забыл. И ключицы тоже. Alt, G, Alt, R. Так. Кисть руки. R. Так, вот это значит тут так и держится. Ага. А это значит уже может взять поводья. Так.
Так, ну и, конечно, локоть, да? Колено, таз, локоть в бок. Вроде бы все нормально. Но где-то какая-то косточка Альджи Альтер. Что-то тут где-то Альджи Альтер. Вроде бы я все вернул. Так, немножко, ага, перекрутим. Ключицу чуть припустим. Плечо чуть назад, это плечо чуть вперед. А, и смотрим, что получилось. В принципе, для мультфильма будет нормально. Так. Так, теперь видите, что конь отходит. Надо нашего персонажа выбрать. А, и значит, косточки назад на нашего коня, да? Так, вот здесь вот. Угу. Стремена чуть нога тоже действует. Так, здесь у него, значит, R. R. Все, перекручиваем ногу. Ставим стремена. Так, ключицу подаем, пробуем вот так вот выбрать все это. Alt G, Alt R, во, какая-то косточка не выбралась. Так, теперь, значит, что вот я плохо вижу вот эти вот много костей. Так, G, R. Опа. Так, не вопрос, ладно. Alt G, Alt R. Что-то руки у меня тут конючат, да? О, не понял. Alt G, Alt R. Когда успели пальцы так перекрутиться? Где-то я их подсобрал, подзашив, да? Так, теперь что у нас тут? R. Ключица. Почему тут все так перекручено? Так, а ну-ка.
Так, да. Ну, как-то так-то, наверное, а ну-ка. Ага, вон там бицуха, значит, чуть-чуть ее докручиваем сюда. Вот таким вот образом. Так, теперь плечи расслабляем, ключицы. Так, ну, в принципе, что, ногу вот эту G чуть-чуть поменьше. Стремена, значит, ее. А, и прописка. Так, вот здесь, наверное, его еще чуть-чуть, значит, G вперед вот так подтяну. Так, ну а теперь, значит, что у нас? Площадкой можно вот так, да? Да. Выбираем площадку и, значит, вот так, оба. А, и прописка. Так, как бы теперь подгадать вот это все дело по скольжению, значит, да? Так, ну когда лошадь отходит, можно, да, здесь чуть-чуть, значит, то как бы приподнять вот так. Чуть-чуть наклонить. И значит рукой пусть он ее немножко пошлепает, да? Так, семерка на нампаде, значит, R, G. Так. И значит, ее чуть-чуть нужно пошлепать. Значит, R. Я вообще тут нифига не вижу. А ну-ка. Так, и обязательно, значит, что у нас? Так, семерка на нампаде, а ну-ка, R. Перекрутим таз.
Не в эту сторону, а ну-ка в эту. И значит пошлепаем нашего коня. Так, ключица тоже уходит вперед. Так, а эта ключица, где она тут, найти бы ее? Видите, уходит, и уже не видно ее именно за другими костями, да? Так. А, и нормально. CFD. Еще, значит, сюда перекручиваем. Ну, копируем кадр, да, по кадровку на 90. И, значит, ее гладим. А ну-ка, а, и. CFD. Еще один кадр. Кисть руки теперь вниз уходит. Так, G. Так, и тогда нашего персонажа нужно подтянуть поближе сюда, значит. А, и все, прописка прошла. Так, вот здесь вот, чтобы не было скольжения. Вот видите. Так, это значит у нас вот этот таз должен хоп. И назад уйти немножко. Так, персонаж сидит. Теперь, смотрите, лошадь еще подается назад. Значит, персонаж, если сидит, то он должен тоже с ней податься назад. Так, прописываем. Так, что, еще больше, что ли? Так, и значит, еще что у нас тут присутствует? Значит, стремена и прописка. Прописка. Все, скольжение есть нормально. Так, это хлоп. Так, здесь у нас нога должна опуститься. И на следующем кадре вот здесь вот, значит, выравнивается она и вставляется в наше стремя. Прописка проходит, все нормально, все зашибись, а ну-ка. Так, еще один момент у нас, значит, да? Персонаж еще, значит, подается. Нога его подается, значит, вперед. Так, и значит, что?
Ну, пусть посмотрит в бок, да? Это я не пойму, что у него тут. Alt G, Alt R. А ну-ка, вот это может бошку просто покрутить, а не шею. Вот так будет лучше, наверное. Прописываем А и смотрим, насколько скольжение у него еще. Так, вот этот таз поближе, значит, сюда. А, и прописка. Так, и еще что тут у нас? Трепыхание. А, и прописки какие-то тут, приподъемы. Так, Ctrl-Z. Так, ну чуть-чуть приподнимаем его еще. Движуху на седле сделаем. А, и прописка. Ну тут еще какой момент, да? Вот тут на этом моменте, видите, что скольжение есть, да? Вот оно. Давайте его ликвидируем, а ну-ка. Прописка поймали, о, все, скольжение убрано. Проверяем другие соотношения. Вот так, туда-сюда. Вот когда вы делаете какую-то анимацию, если вам где-то что-то непонятно, вот, можно, значит, туда-сюда, вот по кадрам, вот первый кадр, 101 и 120. Вот просто раз, повели. Раз. Здесь вот можно ноги дописать, да?
Так, и тут можно ноги дописать. Вот сюда их, в стремена. Так, вот такого не допускайте, чтобы рядом два кадра было, будет дергание, видите? Надо теперь G и перетащить на этот кадр. Так, тут тоже у нас выходят ноги и прописка. Так, тут уже чуть назад прописка. Так, а эти тогда можно удалить. Вот. И тогда получается, ну, в принципе, нормально. Так, давайте со стороны посмотрим, что вообще получилось, да? Так, ставим. Сколько у нас тут получается? 200 кадров, да? Ставим 200 кадров. Залазит он слишком быстро. Знаете, что сделаем? Давайте выберем все кости английская А. И смотрим, где он тут залазит. Вот эти кадры, да? Мы их чуть-чуть... Так, а ну-ка, сделаем S. Растянем, да? Так, 300 кадров, это многовато. Ставим, где он тут чего. А этим делаем S, уменьшаем. И тогда G подгоняем сюда. Вот у нас пошло опять скольжение, видите, да? Значит, Ctrl-Z, потому что удлинилась анимация. Так, надо только вот этими работать, значит. Вот эти кадры. Так, мы их чуть-чуть разведем. Этот 40-й на 45-й. Так, этот 39-й. А этот будет 27-й где-то. Так, а ну-ка, если попробовать еще. Так, R сюда, G сюда доводим. И чуть-чуть поднимаем вперед, а эту тогда, ну, пусть так и будет, да? Перепрописываем. Так, а ну-ка, может даже еще R как бы сюда наклонить, да?
Так, вот здесь вот чуть-чуть, да, заморочка. Так, а ну-ка, G. Переписываем так, раз, такого. Так, а вот здесь, где он садится, он должен немножко приподняться, наверное, как бы подгадаться под эту, да, под седло. Так. Как-то так, наверное. Так, и тут сесть. А ну-ка. Вот так будет прикольно. Оба. Садится. Лошадь становится. Он чуть-чуть напрягает. Ну, оп. Уселся. Все нормально. Так, тут еще можно погладить. Ну а теперь вот эти вот добавления, корректировки, там подшлифовать где-то, чтобы все это нормально, подсогнуть пальцы. Ну и смотря с какого ракурса. Вот если с этого смотреть, а ну-ка. Вот видите, что здесь идет вот этот закрут. Вот он. Если мы сейчас вот этот кадр удалим, английское А, 45-й, Delete, смотрим, что произойдет. О. Так, это уже нормально, а это чуть-чуть передвинем на 55-й. Вот здесь вот нет какой-то фишки вот этот, да? Так, вот нога пошла кверху, и надо, наверное, вот этого персонажа прям G, прям повыше сюда поднять. И еще раз крутануть, наверное. Так, и значит R. Чуть вперед, и G уже над лошадью он должен быть. А, и прописка. Смотрим, что получилось. Уже и жопа выровнялась более-менее нормально. И вот почему он так залазит, неинтересно, да? Смотрите. У него нет вот этой точки приседания, да? Так, значит, здесь он G как бы идет вперед. Прописка.
Так, вот этот кадр тогда накладываем на этот. И тогда здесь вот раз идет приседание у него получается, появляется. И вот здесь он должен где-то... Ага, вот здесь он должен перекрутить ногу. G. Тут натяг у него должен появиться. Да, вот он. Раз. Вот уже более так прикольнее, наверное. А ну-ка. Так, есть такое дело, но. Есть одно но. Так, а ну-ка, джи. Нога в натяжечку. Вот, чтобы на коне не проваливалась. Пропишем. Смотрим теперь. Во, как бы по хребтине проскользило. Вот здесь уже нужно тоже его доводить. Значит, семерка на нампаде. Делаем R. Прописочку добавим. А ну-ка смотрим без костей, как это все дело будет выглядеть. Видите, много болтыханий вот этих. Болтыхание мы уберем каким образом? Выберем вот эту вот штукатень и удалим какой-нибудь кадр. Так, Ctrl-Z, это не от этого. Значит, выбираем таз. И удалим какую-нибудь анимацию таза. Во, все, мягче стал. Ну вот теперь все это дело можно ускорить, замедлить. Так, вот тут еще по рукам, вот видите, кака. Выбираем наши руки. Так, и значит G. Так, ну здесь вот лежит рука. Так, это нормально. Короче, надо поработать с одной вот этой рукой. Так, G, R. Прописка I. Этот кадр тогда delete. На этом кадре тогда G. Поднимаем, уводим чуть в бок. Так, а здесь она должна быть вот здесь уже. Прописка и тогда соседний кадр удаляем. Так, а здесь где рука это? G. Прописка.
Соседний кадр делит. Опа. Так, прописка. Еще что тут? Так, еще одну руку давайте подкорректируем вот эту вот. Так, а тут у нас уже вот как поближе надо. Ну все, теперь еще несколько часиков корректировки и будет, в принципе, что, неплохая анимация. Итак, на этом все. Всем пока, до свидания. Потом будет ролик, где я выложу, значит, вот эти все анимации лошадей в стойле. Потом, что еще можно поделать, прыжки через препятствия, да. Потом дыбы, когда он на дыбы становится, там еще что-то. Ну вот, в принципе, если ускорить, то будет нормально в игре. Или в фильме, мультфильме. Это, в принципе, нормально. После шлифовочки еще добавление вот этих кадров недостающих будет вообще нормально. Так, все, всем пока, до свидания.